Привет! Давайте знакомиться. Я Полик Андрей Дмитриевич, детский стоматолог клиники Dental Fantasy. Занимаюсь лечением детей от 0 до 10 лет. Работаю с медицинской оптикой большого увеличения. Лечу кариес и его осложнения. Восстанавливаю молочные зубы эстетическими реставрациями из композитного материала и любыми видами коронок для молочных зубов. Также имею большой опыт в быстром, атравматичном и безболезненном удалении молочных зубов любой сложности. Длительное время занимаюсь лечением детей с повышенным уровнем тревоги с применением седации закисью азота, что позволяет эффективно справиться со страхом перед стоматологическим лечением. Также немаловажная часть моей работы отведена лечению в предельно безопасном наркозе, что позволяет без вреда для здоровья в кратчайшие сроки справиться с самыми сложными клиническими случаями. Своей целью в профессии ставлю максимально качественное, быстрое и позитивное лечение молочных зубов наравне с активной профилактикой. Также, понимая, с какими переживаниями сталкивается ребенок при посещении врача, я считаю его хорошее настроение своей обязанностью. Дружественная атмосфера, любимые мультики, игровой формат помогут расположить маленького пациента к лечебному процессу. Записывайтесь ко мне на прием в Dental Fantasy, обязательно помогу даже в самом сложном клиническом случае.